В жаркий солнечный день жительница Канады обнаружила котенка. Маленький комочек шерсти неподвижно лежал на плитке перед порогом, свернувшись калачиком. Весь его жалкий вид говорил о том, что крохе требуется помощь. Подобравшая котенка женщина обратилась в приют, чтобы как-то помочь маленькому сироте. На призыв откликнулись Дэн и Люси, волонтеры, которые уже не в первый раз стараются оказать помощь бездомным животным. Маленькому Мурлыке было не более 5-6 недель. Он оказался невероятно худеньким, просто кожа и кости. А еще у малыша была инфекция и повышенная температура. Кроха был таким слабым, что даже не мог пошевельнуться, а глазки, залепленные инфекцией, и вовсе с трудом открывались. Конечно же, малышу сразу предложили еду, чтобы в пустом животике появилось приятное чувство сытости. А затем котенка отвезли к ветеринару. Врач назначил ему антибиотики, а также обильное питье и терапию для глаз. Несмотря на то, что мальчонка оставался слабым, он довольно мурлыкал и выражал свою благодарность за спасение. Котейку решили назвать Марвел. Постепенно он стал идти на поправку, и его здоровье улучшилось. Правда, врачи не могут пока что выяснить, почему шерстяной покров Марвела стал меняться и выпадать. У него есть участки, где шерсть довольно длинная, а есть места, где она короче или отсутствует вообще. Тем не менее, несмотря на этот странный симптом, котейка чувствует себя хорошо.